До недавнего времени одной из основных проблем градостроительной деятельности на территории Одинцовского городского округа было отсутствие утвержденных документов генерального плана и правил землепользования и застройки. Сейчас ситуация изменилась. В 2017 году утвердили необходимые документы. Генеральный план округа направлен на создание условий для устойчивого развития территории и рассчитан на срок до 2041 года. В 2021 году в Одинцовском округе стартовала новая муниципальная программа согласования проектных решений по отделке фасадов. Это паспорт колористического решения фасадов зданий, сооружений, ограждений. Данная услуга помогает ввести единую концепцию и улучшить архитектурный облик округа. Также в муниципалитете осуществляется работа по оформлению земельных участков, разработке исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству 16 детских садов, 7 школ, 8 поликлиник и 2 кабинетов врача общей практики. В настоящее время на стадии строительства за счет бюджетных средств находится 4 детских сада общей вместимостью на 1430 ребятишек. До 1 сентября 2024 года в округе появится 7 новых зданий объектов общего образования, суммарно 6050 учеников. Активно ведется строительство 3 объектов здравоохранения за счет регионального бюджета. До конца года будут введены в эксплуатацию офис врача общей практики в Савинской Слободе и центр диспансеризации в Одинцове. Также полным ходом ведутся работы по строительству поликлиники на 350 посещений в Ромашкове. Ввод в эксплуатацию намечен на май 2023 года. Ольга Дмитриева, Михаил Лакеев, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».